Привет, легомены! С вами я, SLM444, и я скачал Skywalker сагу. Я ее купил, она официально продается в России в Epic Game Store. Обязательно, если хотите поиграть, можете там покупать. Также она есть взломанная на торрентах, но я хочу, чтобы у меня открывались все достижения и так далее, поэтому играем официально. Все по закону, да, никаких повязок на глазах. Короче, я собрал новый компьютер, поэтому мы с вами будем пробовать играть впервые вообще в истории моего канала в новую игру. Да, первый летсплей, погнали. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Русский. Все, я только что у очень маленького процента людей во время просмотра определенных изображений. А, ну понятно, короче говоря, это предупреждение об эпилепсии. Я только сейчас ее установил. Все, вместе с вами сейчас буду впервые смотреть и играть. Показать специальные возможности. Я не знаю, что это. Так, субтитры. Субтитры, ладно, окей. Размер субтитров средний, размер текста и диалога средний. Нажать кнопки клавиши на стоп. Нет, автодержание экрана. Нажать переключение прицела, вибрация, чувствительность камеры. Так, ну ладно, разберемся по ходу дела. Пока это не надо. Давайте-ка. Очень много, конечно, было споров по поводу того, выйдет игра или нет. Но все нормально, оплата проходит тоже. Все, я вот в первый раз не буду даже все эти заставочки пропускать. Все, смотрим и наслаждаемся. Warner Brothers. Disney. Lucasfilm Games. Все, погнали. Блин, ну я... Уже слышал первые отзывы от ребят, от моих знакомых и друзей, кто установил и играет. Почему мы это начинаем Skywalker сагу, сагу с Рей? Это Skywalker сака. Что я сказал? Да. Короче, ребята говорят, вообще мега круто. Ладно, там был Люк, который учил Рей, так что окей. An elegant weapon for a more civilized age. Look, good against remotes is one thing. Good against the living, that's something else. Take it. Найдите. Найдите Рейн. Это наше дело. Я смогу все преграды. Делай, перенесь на правду. Никаких попыток. Теперь он исполнит предначертанное. Все, погнали. Я нужна есть том, кто сможет мне показать, для чего я здесь. Ну, все равно, все как-то сконцентрировано на Рей. Даже она сверху вон стоит. Ладно, погнали. Для начала нажмите любую клавишу или кнопку. Погнали. Так, погнали. Новая игра. Новое сохранение. Да, погнали. Сейчас посмотрим. Новая надежда. Так, а можно не с новой надежды начинать? А то я видел, многие блогеры почему-то в новую надежду сразу начинают влюбиться. Я хочу с первого эпизода пойти. Да, давайте начать первый эпизод. Все, пойдем. Посмотрим, насколько это все зайдет вообще на канале. Если все пойдет круто, то может быть вообще полностью всю игруху будем на канале проходить. Может даже стримы подключу, не знаю. Катсцены не будем пропускать. Эпизод 1. Скрытая угроза. Неспокойные времена настали для Галактической Республики. Налогообложение торговых путей к отдаленным солнечным системам стало причиной раздоров. В стремлении добиться своего, обуянная алчностью торговая федерация с помощью мощных боевых кораблей взяла в кольцо блокады маленькую планету Набу, лишив ее всех поставок. В то время как члены Конгресса Республики ведут напряженные дебаты в связи с тревожными событиями, Верховный Канцлер втайне от всех поручил двум рыцарям-джедаям, хранителям мира и справедливости в галактике, урегулировать конфликт. Блин, круто, все перевели, все русифицировано, все круто, скрытые угрозы. Не знаю, как на русском, но, наверное, на английском эти титры повторяют титры из первого эпизода абсолютно полностью.
мне нравится, что тут, по крайней мере, по трейлерам, все из Лего было. О, стоп. Послы Верховного Канцлера просят разрешения подняться на борт. Я все еще в кадре? Как эта штука включается? Да, конечно. Как вам известно, установление блокады было законным. У меня нехорошее предчувствие. Воу. Воу-воу. Ого, первая же миссия. Используйте, чтобы поворачивать корабль вправо и влево. Вау, мышкой? Используйте, конечно, вешание есть, чтобы пробег, чтобы ускоряться. Окей, полетели. Воу-воу-воу. Важно иметь пробег для рывка. Воу! Чтобы выстрелить. Пэм-пэм-пэм. Блин, ай... Если поворот выполняется не в ту сторону или управление излишне чувствительным, вы можете изменить его настройки. Ну, это понятно. Так, все, погнали. We've been cleared for boarding. Мы получили разрешение подняться на борт. Правильно, начнем с переговоров. Так, рывок, стрельба. Ой-ой. Сесть на корабль. Хотите сесть, да? Прикол! Игра, во-первых, пространство на Буба, его корабль другого федерации. Охренеть, прикольно. С мышкой уже ни разу не было управления в Лего-играх. Всегда только с клавиатуры было. Прикол. А у меня правая кнопка мыши лагает, я еще не купил новое. Ох, посмотрим, насколько она пригодится в голову. Так, поговорите с TC-14. Нет, подождите. Опа. Ой-ой. Ой. Добро пожаловать. Да. Приветик. Погнали, чё? Ваш визит — большая честь для нас, послы. Проходите, пожалуйста. Погнали. Это меч. У нас уклониться. О. Я все еще хорошее предчувствие. Не стоит поддаваться тревоге, но сконцентрируюсь на том, что происходит сейчас и здесь. Мастер Йода сказал, что да, учитель. Ой. Слушай, если я буду все уничтожать? Тут пока нет шкалы истинного джедая. Она вообще будет или нет? Почему мы так медленно идем? Просто из-за того, что его нельзя обгонять. Так, воу-воу, ей, я нашел кнопку, чтобы все бросать силой. Так, опа. Все, уже давай. Экшен, надо экшен. Располагайтесь подобнее. Мой господин вскоре выйдет к вам. Да-да, как по-вашему отреагирует наместник внутреннего канцлера? Представитель федерации трусливы. Переговоры будут недолгими. После того, как они наконец начнутся, они стоят так долго ждать. Так, да, это я уже понял. Так, используйте... Да, для перемещения объекта по горизонтали. Все, окей, ладно, погнали уже. Окей, окей. Так, почему? А что за... Воу. А, мы вообще полностью переключаемся на объект, нифига себе. Слушайте, круто. Так, ага. Так, и чё? Три стульчика, нам надо что-то с ними сделать. Три стульчика. А, вот, поставь сюда, да. Нет? Ой. Эй, почему ты упал? Эй. Во, всё. Так, первый стульчик поставлен. Что за миссия? Почему надо поставить стульчики? Что это вообще? Давай. Ставь уже давай. Все. Опа. Так. Дёгтис. Нам нужно выбраться отсюда. Не так быстро. Нажмите Q, чтобы начать эту пушку. Q, воу. Нажмите пробел или E. И еще, E. Ого. Продолжайте. Q. E. Воу.
Прикольно, комбо. Слушайте, это вообще абсолютно ново. А-а-а, ё-моё. Ой-ой, я просто нажимаю кнопки. На самом деле, что делаю? Так, ой. Ага. Слава богу, что это лего. Не, я просто воскрес. Так, ну чё? Покинуть боевой корабль, другой пират? А почему он так медленно бежит? Опа. О, нифига себе. Чуваки, мне очень нравится. Это вообще что-то новенькое. Все, погнали. Сваливаем дроида. Да нет, давайте помдохаем дроида. Вау! Опа! Бэм! Почему он все время кидает? А как? Может, я не той кнопкой такой? Да нет, вроде бы это. Так. А, это мои жизни сверху. Писывается все. Что? Ой! Перекати смерти! Все, ладно, примерно. Я вот сюда. Я не думал, что разрезать мечом так сложно. Ой-ой, смотрите, это армия интервентов. Нужно попасть на набой и предупредить катера, спрячемся на борту одного из этих кораблей. Переговоры продолжены, да, конечно. Продолжаем. Я не знаю, придем ли мы весь уровень в этом эпизоде. Господи, Джа-Джа. Маэстро Джа-Джа Бинкс! Маэстро Джа-Джа Бинкс! Тебя! Let's get out of here before more droids show up. Берем, пока не появились новые дроиды. А чё, я не понял, истинного джедая не будет, да, или чё? По-моему, был ведь в трейлерах. Отогунга, спрятанный город, это будет самое надежное место. Сюда, скорей. Ребят, только единственное, мне надо понять. Все-таки буквы Q, да, драться, я так понимаю? Правая левая кнопка мыши, это просто бросок. Это что? Это защита, я так понимаю, да? Правая кнопка мыши. Подожди, бросить свой меч. Так. Так, понятно. Поплыли. Оки-доки. Эй, Паша, стой там. Здрасте, здрасте, капитан Дарпас, мы здесь. Это зря, Джаджа, твоя отправляйся к боссу. На этот раз твоя вляпайся. Ай, как грубо. Ты ничего не хочешь нам рассказать, Джаджа? Мне стыдно, но увы, моя изнатосица, моя забытость. Да, ладно. Поскорее бы уже. Давайте, слишком большой разгон. Очень долго это все. Are you going to enlighten us as to why you were banished? Jaja, clumsy fool! He crashed the boss's personal leaper bubble. Он разбивает leaper bubble. Yes. Jaja. Короче, я быстрее, чем мне надо было. Опа. Понятно. Так, он туда ставим. А, подожди, так, можно же не держать букву Е. Все, ставим вверх. Босс, нас! Где же ты? Эй. Стоп, а я что, не туда пошел? Нет, все нормально.
Да-да, продолжаем сюжет. Зачем? Не обязательно спрашивать каждый раз. Армия дроидов. Кстати, тут же есть еще режим Мандал. Когда все будут просто говорить... Как в оригинальных Лего-играх. Я думаю, пока что будем проходить все с озвучкой все-таки. Я не знаю, стоит ли читать субтитры? Пишите в комментарии, как лучше, потому что я не знаю, может, вам не нравится моя озвучка. Может быть, сделаю потом отдельно закадровую озвучку, не знаю, в этом эпизоде, наверное, не будем пробовать. Вот так, Джа-Джа Бинкс. Открыть новый герой, да? Так, отправиться в док трехпузырчатого Бонго. Let's go! Бежим. Скорее. Пишите, короче, в комменты. Это мой первый опыт со стримом. Не со стримом, а с летсплеем. Вот, так что... Принимается любая критика. Говорите. Чё вообще? Чё кого? Вот. Ну, кроме, конечно, так, левый контур. Ой, наш на месте, да, я не привыкнулся. Так, ладно. Что за... Пока что больше каких-то сайд-квестов, чем нормальных каких-то миссий. Так, все, давай к этому вернемся. Все, да, рыба крупней. Короче... В общем, пишите любую критику. Про стримы я сам знаю, что можно попробовать. Вот. Я думаю, скоро попробуем. Но пока что так попробуем. Очень много кат-сцен, очень мало экшена пока что, и очень много сайд-квестов. Я не знаю, но ну, может быть это именно в этом эпизоде такой. Опа. Такс. Наш первый босс. Не, ну в целом разнообразные миссии, это прикольно. И, наверное, все-таки они хотели, чтобы мы начинали эпизод с четвертого эпизода. Так, движение. Контрол. Контрол. Так, левый альт, левый контрол. Наверное, все-таки создатели хотели нас... А, что мы вообще можем? А, так, все понятно. Наверное, все-таки создатели хотели, чтобы мы начинали эпизод с... игру с четвертого эпизода, и там уже, наверное, побольше экшена было. Ё-моё, я же нажимаю контрол, левый контрол! А тут уже так, спокойнее, наверное. Все, давай, фигачим его, без кнопки. Альт, контрол. О, там же еще бонус был. Ой-ой. О, бонус. Как его поймать? Что за нахуй? Бонус, мне нужен бонус. Я собрал? О, я собрал его. Еще один бонус. Так, двигаем. Я не знал, что это чувачка в утопе. Надо ее только половину его уничтожить, остальное все сожрал. Сожрала рыбка покрупнее. Прикольно. Вот сверху что это? Это же истинный джедай, мне кажется, нет? Полоска. Ох, ё-моё. Stay calm. We're not in trouble yet. You're nuts! Why do you think we're in trouble? Не, слушайте, ладно. Круто. Как геймплей еще перетекает в касцен? Клёво. Я не такой уж геймер, если что, сразу говорю. Я очень много играл в детстве, всякие игры. Вот. Ну как очень много? Такие в основном бродилки. Еще один? Really. Вот поэтому я могу тут удивляться даже каким-то самым простым вещам, которые для игр
It's toying with us. Обыкновенно. Yes, but we should soon be able to harm it. А, слушайте, а вот эта рыба коготь пола? Фига себе. Я вообще не знаю, что у них есть мина. Впервые слышу. Так. Мы собрали 4 из 5 бонусов. Левый контрол. Входим. О, достижение первое открыли. Круто. Опять этот чувак. Дебил. Нашу рыбку. Похоже, кто-то снова проголодался. Красотища! Нужно найти королеву. А может и полностью эпизод пройдем, не знаю. Посмотрим, пока что все идет бодренько. Если еще кат-сцены пропускать, будет вообще мега быстро. Но все-таки мы хотим посмотреть все от начала до конца. Рыба крупнее прогресс уровня. Уровень пройден. А, то есть это все был один уровень. Доступна свободная игра. А, нифига себе. Первый из 6 уровней. Истинный джедай. А, так вот, истинный джедай все-таки было. Почему я не собирал монетки-то? Вы бы мне сказали заранее. Я бы собирал побольше. Просто чума, все испытания. Так, мини-наборы. 4 из 5. А, я где-то 5 не собрал. Персонажи и корабли, да, джаджа открыли. Круто. Нет, мне пока нравится. Может быть, я поторопился с разнообразием геймплея. Так, кайбер-блоки нужны, чтобы улучшать ваши способности. Чтобы открыть голопроектор и перейти на вкладку улучшений. Так. А что это за кнопка? Enter? Нет? Tab? А, это Tab. Так, нажмите, чтобы выбрать базовое улучшение. Так, посмотрим. Выдерживайте, чтобы разблокировать спринтерский рывок на кайбер-блок. Фига себе, это что? Ё-моё. Улучшение применено. Собирайте больше кайбер-блоков и деталек, чтобы повысить эффективность спринтерского рывка или разблокировать новое улучшение. Так, нажмите, чтобы закрыть голопроект. Ну, давайте закрываем, ладно. Короче, пока что я себя ощущаю неандертальцем. Потому что мы все просто тут изучаем. Ходим, бродим. Ну, сейчас, ладно. Научимся и... Пойдет дело, пойдет жара. Осенняя королева, да, продолжаем сюда, конечно. Очень интересно, конечно, посмотреть на свободную игру, потому что это свободные миры, можно перелетать между планетами и так далее. Я думаю, вот это прям вообще бодренько должно быть. Прикольненько. Так, спасти королеву, да. А как, вот почему он сейчас стал быстрее бежать, чем до этого? Я же ничего не делал, по-моему. Или просто Оби-Ван сам по себе бодрый, молодой по сравнению с Квайгоном, поэтому быстрее. Слушайте, какая большая карта. Охренеть. По-моему... Ой. Упс, сори. Нажал тап. По-моему, в других Лего-играх, в принципе, даже на уровне не было... Даже уровень не был таким большим, как здесь. Одна вот эта карта на Бу. Я, кстати, недавно относительно перепроходил Complete Saga. Хотел ее, короче, тоже поснимать на канал. Ну, чтобы типа там набраться опыта в стрим, в летсплеях и так далее. Но... Я не попробовал сейчас почему-то, вот, поэтому сразу на Skywalker сайте экспериментируем, смотрим. Так, эй, ребята! Погнали! Здесь недалеко, пойдёмте со мной. Погнали. А, вот. Shift, наверное, все-таки нет. Я вроде Shift нажимаю, он начинает бежать быстрее. Я не уверен. Пишите в комментарии, что делать для того, чтобы быстрее бегать человечку. Пишите, кстати, вообще, в принципе, в целом, кто играет. Кто смог скачать. Так. F. Опа, буква Е можно силу применять. Еще толчок силы не веду. Оу, щит. Валим. F. Я нажал F. Да, чтобы, конечно, завалил дроид. Это надо было постараться. Все, погнали. Погнали, давай, королева. Беги уже.
Хотя, может, он и сам бежать начинает. Не понимаю. Блин, нифига себе, как тут можно вообще... Просто любые предметы. А как его... Я хочу его кинуть. Это ничем кинуть. Ого. Вау. Так, бросок. А, бросок первый, кнопка мыши. Ей. Ох, круто. Let's go. Интересно, вот это Падме или все-таки королева Амидала это Падме? Я, честно, я уже не помню по эпизоду, как там было. Че, все? Все, ладно. Жестянки! Ну че, че, давай. Примери, примери, примери. Ну вообще, вот эта вот бабенция рядом похожа на Падме. Но и королева похожа на Падме тоже. Мне просто интересно, если вот эту вот девушку можно будет открыть, служанку, то как ее будут звать? Ее собственным именем или именем типа там Падме в маскировке? Что-нибудь такое. Так, о, поднять. Я думаю, это что-то даст. Ладно. Let's go! Побежали. На, жестянки. Слушайте, прикольно, их вообще так на еде раскидали. На, корабль. Let's go! Королева, хватит стоять. Ворон считайте, погнали. Я ж тут, ты что, не видишь меня? This is Her Royal Highness's ship. Are you ready to go? Это корабль Ее Величества. Вы готовы отправляться? Погнали уже, погнали, погнали. На круассант. Я так понимаю, по мере прохождения уровня также и будут открываться планеты, наверное. Кольцо блокады. Повреждение на торчета. О, неужели мы сейчас из-за острой механики тоже будем играть? Или это будет просто как сцена? Ааа, Влашка, давай спасай! Нет, все, это просто касцена. Все в порядке, тут маленький дроид, точнее, генератор. На курсант нам не летит, гипердрайв и утечка. Блин! Может, мы сейчас будем на подах соревноваться? Вот, учитывая, тут есть маленькая бедная планета, там нет представителей другого федерации. О, господи. Джа-джа, как всегда. Воу, все, победили. Да, рывок. Подробнее. Зачем мне говорить, надо нажать подробнее, но при этом ничего тут нет. А, видите, я беру контрол. Ой, не-не-не. Сейчас сидим в МССП. Мне кажется, я так понимаю, еще вокруг планеты будет несколько разных локаций, типа ты можешь вокруг нее летать и выбирать, на какую именно сесть, скорее всего так, потому что вот тут вот определенно тоже анимация для МССП, как я могу заметить. Ну, это лично мои соображения. Кстати, у меня делюкс издание, поэтому будем с вами еще открывать паки персонажей потом. Платные всякие. DLC-шки. Я могу отправить вас, куда пожелаете. Кстати, я лишь приказал вам взять меня с собой. Я интересная планета. А твоя кто? Нет, непонятно. Какая идея, но просто кружная королева. Слушайте, почему-то по вайбу, вот, по крайней мере, сейчас, когда поговорим... Ой. Ча-ча. Зачем мне? Поговорить. Где? Ввести код. Что за ча? Я же просто хочу поговорить. Если поднимешь с планеты, тогда мне нужен дроид. Так, дроид, R2-D2. Все, ладно. Отвалите. Нам некогда. Мы бежим.
Я знаю, что вам нужно. Вам нужна милая кепочка с пропеллером для этого невзрачного астродроида. В нем малыш будет чувствовать себя куда увереннее. Точно-точно. Нет, спасибо. Что за разводы? Опять начинаются. Зачем мы с ней поговорили? Слушайте, реально, как и заявляли, фигурки пачкаются песком. В зависимости от того, на какой планете происходит действие, фигурки также там снегом будут по... Блин, у меня камера остановилась где-то, запись. На каком-то моменте, я не знаю на каком. Короче, мы приземлились на Мос Эспо. Вот, поговорили с какой-то девкой, которая хотела нам втюхать, значит, кепочку для R2-D2. А сейчас мы говорим с еще одним чуваком. Дайте угадаю, ищите запчасти для корабля? Так и думал, все ищут. Вам стоит зайти к Вотто. Его магазин находится на другой стороне города. Все, спасибо. Вот это было уже полезно, а не то, что та девка сказала: купите кепочку с пропеллером. О, сесть, погнали. О, вам, походу, тут побыстрее двигается, чем в этих всяких фильмах. Правда, вам попрыгает, что? О, вам поговорю, господи. Как его? Банта. Вампа. Банта, вампа. Прикол. Продолжаем жить, да. Нужно запчасти для нубийского корабля 307 типа J. У меня есть республиканские датари. Эти кредиты здесь в ходу, я хочу что-то понадежнее. Ты очень забавный. Слушайте, не, ну графика как чисто лего-фильм. Круто. Прямо классно. Особенно на новом. You can enter my pod. Прям круто. Энакин. О, мама Энакина. Кстати, в лего наборах не было никогда мама Энакина, не знаю почему. Может, из-за ее судьбы, конечно, тяжкой. Не знаю. Шмейский Вайкер, он с ним больше, чем быть рабом. Вы хотите нанять его в качестве гонщика? Кстати, здесь у Вотто один глаз шире, чем другой. Я не помню, в лего фигурке, по-моему, оба глаза одинаковые. Ну, тут и меня кое-что за... Что там когда-то творится? Почему? О боже. Погнали, погнали, погнали. Давайте уже гонки выпадем. Типа нам нужно отправляться на арену и зарегистрировать в киномоэнергетном участии гонки. Все, гоу. Так, что, куда? Погнали. Парам-парам-парам-парам-бам. Ладно, истинного джедая, наверное, собирать не будем, потому что ты понимаешь, это будет вообще... Мега долго, плюс я почему-то до сих пор не вижу строки прогресса. Вижу так просто, чтобы счетчик монеток спешится. F. Да нет, мне нравится Бенти. Особенно то, что она прыгает. Like a Bantha. Да. Галим. Побыстрее бы уже выпустили банту в лего. Ну, я надеюсь, вообще когда-то ее выпустят. Все, гонки выходят, офигеть! Это была моя любимая миссия в комплект саги и вообще, ну, изначально первая часть лего за выходит. Круто. Джаба! Опять же, для игры разработали столько новых моделей для мини-фигурок. Однако, когда дело доходит до производства лего-набора, эти модели почему-то делать не хотят, чтобы из них отлить уже фактически физические фигурки. Странновато это, конечно. Но будем надеяться, что многие из моделей, которые использовались в этой игре, будут использованы в дальнейшем лего-наборах. Хотя, учитывая то, что новые наборы пока что там не заводятся, не знаю, насколько это будет актуально. Вау! Мы еще и от первого лица прям вот так вот. А движение ускорится. Погнали! Ай, жми просто пробел, жми пробел. Не отпускай его. Ё-моё! Я ищу все ускорение. Дырки нельзя. Я все еще ускорители. Какие мои опять. Во, кстати, вот они есть. Во, вот это я и искал. Потому что я только за счет них выигрывал, конечно же, в комплект саги.
Я какой? Я даже не в тройке. Какой по счету, боже мой. Что происходит? Скорее. Ну вроде бы на самом деле, я не понимаю, меня кто-то атакует или что? Что на ровном месте, либо таски на меня попадают? Непонятно. Давай, скрути. Прекрати. Кто это сказал? Я не успел прочитать. Воу. Первый круг закончен. Все погнали. О, Сибульба? Так я что, лидер? О, я уже второй. Как так? Я вообще врезаюсь. Неудачники. Что за фигня? Меня что, кто-то атакует? Так, и чё? Чё мне делать? Вот, всё, кью. Всё. Go. Ещё и время идёт, о боже мой. Погнали. Да, погнали. Ускорение. Догоняй их всех. Я даже уже их не вижу. А, вот у меня здесь как-то справа. Не, слушайте, игра крутая, ладно, окей, я все поначалу начал, что типа там Зера Сэкшн, Геэкшн. Не, прикольно. Очень разнообразные уровни, не хватал. О, я видел бонус. Надо будет на следующем круге забрать его. Все, go, нам надо обогнать себе Бульбу. Ну, я думаю, нас это, не подведут. Опа. Там, мне кажется, замедляется еще в связи с нашими дополнительными завтрами. Чтобы мы точно выиграли по сюжету. Так. Хотя, может, он не замедляется, я не знаю. Может быть, если ты не пришел первым, то тебе надо пойти уровень. Блин, он первый? А, у меня опять сломался, что ли? Да ё-моё. Ну, сколько можно? Кью, давай. Погнали, опять я третий. О, ё-моё. А, так на карте еще нарисовано расположение бонусов. Боже мой. Какое внимательно. Давай, погнали. Ускорение. Опа, yes. Прикольно, что они не забыли третий бонус. Правда ли прикольно, что я ни один не собрал? Что я забрал сегодня? О! Вот, второй собрал. Я что, выиграл? Да, что? Просирал всю карту. О, боже, Джорджа. Не позерся, пожалуйста. Ладно, мы пройдем весь эпизод. Все, окей. В принципе, это уже середина. Сейчас вы прямо подключите к ребенку. Ты не знал, что он победит. А что сзади стоит? А, это так, я сразу заметил. Только я сначала подумал, может, это имперский шпион какой-нибудь, типа, отсылочка какая-нибудь. Ради прикола. Они очень неуважительно относятся к его маме. Почему так? Is he to become a Jedi? Yes. What about mom? Son, my place is here. Мишка циклоп такой. I will come back and free you. Я вернусь, я освобожу тебя, мам. Даю слово. Пишите реально в комментарии, может, вам нужна озвучка катсцен. Я тогда буду прямо выключать видео себя, оставлять только катсцены и озвучку на них сверху. Вот. Ну, я там постараюсь плюс-минус как-то более качественно и более профессионально так все озвучивать. Вот. Но пока будем так смотреть, играть. Все понятно. Уровень пройден. Персонаж разблокирован. Погнали. На химическом корабле, да. I'm sure he thinks you're charming. Слушайте, он уже забежался до чего-то. Ты унес. Ой. Что с ним?
Жуткая хрень. Что это было? Что за жуткая хрень? Почему окна? Что? В смысле? Куда он делся? Что за хрень? Что происходит? Ну-ка. В смысле, он же туда убежал? Ага, давай, Энакин. Давай. Гоу-гоу. Как там здесь? А, подожди, это вообще для дроида типа только, да? Блин. Понятно. А выглядит так, что Энакин может туда залезть. Ну ладно. Тогда сваливаем отсюда. Ну это было крипово. Что с C-3PO, я не понял. Так, погнали. А где мой бант-то? Кто-то угнал моего банту. Ну, вот вроде shift нажимаю, вроде начинаю быстрее бежать. Иногда не нажимаю, долго просто жму стрелку вперед. Начинаю бежать. Тоже быстрее. Бежим. Боже, я боюсь представить, сколько надо играть в эту игру, чтобы пройти на 100%. Столько разнообразных шняги вокруг, столько вообще локаций. Вот мой банк. Зачем его обратно загнали? Ну и круто, что в течение сюжета чуть-чуть, конечно, эти моменты затягивают прохождение игры. Но то, что ты сам передвигаешься от локации к локации и перелетаешь, это добавляет плюсик, на самом деле, к изюку игры. Что ты полностью так погружен, и все круто. Гартмол молчит. Чего он молчит и улыбается? Нет, молчит, ладно, он все не молчал. Чего он улыбается-то смешно? Все, неважно, все, погнали. Действительно, только мне кажется, что это не так. Да все, окей. Погнали. Переместиться, так, Кью, открыть карту. А, нам сюда, да? Давайте в космос. Что за долгая загрузка? А, то есть мне надо было выбрать. Да ё-моё. Переместиться. Да ё-моё. Ё-моё, что происходит? Лишь начать хранить. Нет, давайте... Плиз. Вот, площадь сената нам надо, мне кажется. Ну давай уже отправляемся, короче. Да, все, подбегал. Все, наконец-то. Что-то я затупил. Понажимал какой-то хрень. О! В гиперпространстве даже порулить могу. Фига, прикол. Кайф. Капец, ну все максимально придумано. Карусан федеральный похуй. Храм джедая. Тоже в Леге ни разу не упускали. Так, кстати, решил лично нас поприветствовать. Слушайте, но 2 года, по-моему, да, задерживали выпуск игры? Не зря, я считаю, прикольно. Let's go, продолжить. Кстати, я в компе еще должен поменять вентилятор один, потому что один у меня на терпиновом соединении остался. И он не регулируется, он фигачит на максимальных оборотах, поэтому немного шумновато. Вот. Я уже все купил, надо только поменять. Вот. И все будет топчик. Потом вам во влоге в каком-нибудь заценю свой компик. Вот, зацените. Ну че куда? А, заканчиваем. Создал совет на экстренной дизайне, чтобы обсудить ситуацию на Набу. Короче, нам туда, на такси, я так понимаю. Все, ладно. Слишком ты много болтаешь. Или в Сенат. Боже, какая большая карта, офигеть. Нет, круто, слушайте, классно. Ну что, куда? О боже,
Ты чё так долго там идёшь? Давай скорее, Вася. Сейчас я... О, всё, я победил. Я победил императора. Всё, давай. Я раскрыл твой злой умысел. Иди скорей. Всё, давай. Пошевеливайся. Блин, тут видите ли. Сейчас тебе покажу. Давай уже. Вот мы на месте. О боже, еще, еще дольше нельзя будет идти. Да, да, транспортные корабли. Давай, все, погнали. Let's go. Подбрось куда-нибудь. Давай уже, погнали. Так, переместиться. А, подождите. Куда там? Там было две. Сюда. А, ну все, нам сюда. Нет, все там. Даже внутри карты меняются локации. На каких-то побочных транспортных средствах. Прикол. Круто. Слушайте, я не знаю, как я это все буду проходить, конечно, в качестве летсплеев, потому что мне хочется просто залипнуть на весь день и играть. Да, да, продолжаем. Но у меня, к сожалению, нет такой возможности, в принципе. Но я бы сейчас... Залип еще самое главное. Мне не хватит, мне кажется, памяти, чтобы все записать сразу. И заряда батарейки. Уважаемые представители республики, предлагаю внести вот недоверие Верховному канцлеру Валорому. Кстати, вообще, так-то можно подумать над тем, чтобы вытащить диалоги из фильма и сюда их как-то впендюрить. Ну, конечно, они отличаются от фильма, особенно когда вот эти всякие гэги вставляют. Энакин станет моим подаваном. Сейчас сижу на свое время. Прожайся с королевой Лагуни, где ключ к разгадке тайны ситхов. Ясно, будущее этого мальчика. Я просмотрел, там что, Рэй была опять в качестве уборщицы? Может, мне уже она мерещится? Кошмарно, сна. Все, погнали, уже погнали, погнали, погнали. Добраться. Go, go! Гоним, 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 да, вон туда. Погнали, бежим, бежим. О, Кэт Бэйн! Кстати, походу, тут будет не очень много персонажей из... Ой. Ой-ой-ой-ой. Не очень много персонажей из Войны Клонов. Из мультика именно. Жалко. Даже DLC-шек нет. Опять же, подтверждение тому, что почему-то... Что в Лего наборах... Так, нам куда? А, нам на набор. Так, поместиться. Так, гоу. Что в Лего наборах недооценивают Войну Клонов и приквелы, что в Лего играх, видимо, тоже как-то не особо. Не знаю, что за отвращение. По-моему, хорошие фильмы. Ну, третий эпизод лично мой любимый. Ну, еще шестой мне очень нравится. Вот. Пишите в комментариях, какой у вас любимый эпизод. Мой боже, опять этот дроид с синими руками. Где они его вообще взяли? Он был в фильмах. Тело от C-3PO. Давай, поговорим. Вести код. Почему он предлагает вести какие-то коды? H1NT. Надо загуглить будет вообще, куда они взяли такого дроида. Ну чё? Да, город Гунганов. Эйвинг. Почему мы опять в городе? А, ну да, они же, по-моему, Или его снас еще здесь, давайте пройдем в тронный зал. Смотри, большой пузырь. Разве его не знает, как тяжело его открыть? Крючков, да понятно. Короче, нам надо, типа, проделать путь, чтобы открыть эту штуку. Или нет? Я что-то не помню, разве они спускались второй раз в подводный мир?
По-моему, я Джаджа просто запрыгнул, посмотрел, типа выплыл, сказал, все, погнали, типа тут никого нет. Я могу ошибаться. There's nobody here either. Have they been captured? Perhaps they have. Or maybe they fled. Of course. Гундам спрячься, когда беда, Гундам, уходи в святое место. Машинки, их там не найти. За мной. Ну, давай, давай, погнали уже, Джаджа. Почему он так бегает тупо? Кстати, мне сказали, что тут нет кооператива. У меня онлайн. Типа на одной клаве можно играть, а на разных компах нельзя. Ну, пока не знаю, потом может проверить с чуваками. Может быть, совместно кем стримы поснимаем. Стримы или летсплей. Будем называть это все вместе стримами. Я путаю постоянно. Все одно, что Джаджа сказал, я отведу вас. Я его обогнал и... Он где-то... Ну, где-то ЖК. Все, говорим. А9 грузовой корабль. Интересно, его тоже можно в коллекцию взять? Во, все. Мы в святом месте. Я найти тайный проход. Миса be needing secret key to get in secret place. Мы знаем, где он находится. Так. Here we are. But it looks broken. Use a fix and use to enter secret place. Опа. О, кстати, мы впервые что-то строим вообще. Капец, уже больше половины уровня прошли и впервые построили. Так, идем. Так. Все, толкаем, толкаем, толкаем. Talk about using your head. Давай. Ну да, действительно священное место, в котором мне найдут гунган. Ой, давай сюда. Что быть с тобой? Я королева металла. Нет. Нет, это я королева Амидала. Вот о чем я говорил вначале. Да, вначале уровня я не говорил об этом. Нет, я королева Амидала. Это я королева Амидала. Я королева Амидала. Прошу прощения за этот обман, но я должна была обезопасить себя. Мы все погибнем, если не примем срочных мер. Что? Что это было? Миша, пожалуй, подружится. Эй, ура, ура! Мы это уже выиграли мы нам. Нам нужно пробраться во дворец. Так. Все, go. А, да, конечно, мы же сейчас. Так, ну-ка, сваливай, Гунган. Все, вали сюда. Это тоже прыгать можно, офигеть. Так, вали, давай. Куда нам? And retake the palace. What's my part? Yeah, speed up yet, we went to it. You have by hiding somewhere safe and staying alive. Going. Валим на гелике. Время не слышим. Так, лучше звоните Молу. Себе себе как уровень назвали. Ну все, значит, сейчас мы будем уже с Дартом Молом драться. Мы подходим к этому. Значит, это к завершению уровня в том числе. Эпизод. Энни, укрытие, быстро. Но, кстати, очень интересно, как... О, прикольно. Очень интересно, как построен уровни. Типа один эпизод, и он все бесконечно длится до самого конца. И я вот заметил только два уровня, что было в кооперативе, да, конкретно. А так пока очень все слитно идет. Утреннюю газетку читает. We'll handle this. We'll take the long way. I don't know what. Нет, Эдик. Сори, у тебя односторонний меч. Ну что, гоу? Все, пора. Сейчас ща будет месиво. That mall. Эпично на самом деле выглядит. Будет на чеку не забывай, чем эти учили, Оби-Ван. That mall. Победить That mall. Блин, круто. Жесть. Так, чтобы уклониться от вражеской атаки, перемещайтесь в любом направлении с помощью клавиш движения и одновременно нажимаете пробел.
используйте А плюс или Д плюс, ну понятно, чтобы уклониться в сторону. Окей, включаем. Удерживайте, чтобы блокировать атаку. У меня плохо правая кнопка мыши работает, я могу ее не удержать. А, уже. Вау, F. Блин, походу надо было зрать. Все, давай, ты тут не злорадствуй. Мы сейчас тебе это дадим. Где мои жизни? А, у меня. Ты не ожидал такого. Ох, щит. Походу, мы дадимся. О! Надо вот так вообще обманку делать. О, щит. Держи, держи. А, нет, надо нажимать, надо нажимать. Чаще. Я все время хочу драться левой кнопкой мыши. Походу его надо будет три раза выбить, потому что у него три щитка. Все, давай. Давай. Что это было? Кью. Нажимай. Yes. Опа. Че, у него достаточно башка сетей. Бегаешь? Прячься. Опа, дроидики. Вот, я хотел, чтобы вот с чего-то подобного началась игра, но ладно, окей. Многого хочу, получается. Так, оу, щит. Расфигачили их. А, кстати, вот тут вот есть истинный джедай. Тут я вижу шкалу заполнения. Все, погнали. Кстати, как-то интересно, я даже не заметил, как у Клайбона сейчас плащ. Но он, видимо, его в катсцене скинул, как в фильме было. Перекати смерти! Моя любимая атака, короче, это бросок меча. Что? Смотрите. Музыку они тут играть будут. Так, погнали. Цегол. Забавно. Подпрыгиваешь, и он не летает выше, чем платформа. Так, все. Дроны проще всего тупо раскидывать силой. Потому что это здесь имбовая, конечно, способность. Опа, окружили его. Все, я же говорю, вот, опа, подожди, что написано? Левый контрол. А, ну, конечно. Че, как крыса-то со спины? Блин. Воу, я его поднял в воздух. Фига себе. А, блин, жесть. Е-е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 
Ну, по сути. Все, пошел финальный раунд. Что это опять такое? Честно, мне очень нравится. Может быть, в процессе игры вы думаете, что типа, о, блин, нифига он. Какие-то все претензии предъявляет. Ой. Какие-то все претензии выдвигает к игре. Но это не так. Ё-моё. Вот самая сложная миссия. Нет, все нормально. Да щит. Че, все сначала? Ой, блин, ё-моё. Что такое это? Может, такой голову лучше получится? Прыжок, 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 прыжок! Да почему так-то? Не, ну это действительно самая сложная миссия. Просто попрыгать, да почему мне не получается с этой спрыгнуть? Что я делаю не так? Может, типа я не нацелился, чтобы появилась надпись?
Слушайте, походу реально, просто на царевицу. Блин, я до этого дошел только с какого раза? 10-го? А я могу? Нет, не могу. Я хотел стоя на этой штуке скинуть их. Спокойно. Атаки убиваем засчитываются, да? Нифига. Прикольно. Просто в прошлых играх персонажи, если там наносили какие-то удары, у них это не засчитывалось. Только пока сам не ударишь всех врагов. Так, окей. Этот Джок, никто не способный. Блин, я не успел прочитать, что там было. Я был занят другим. В смысле, твои ноги никто не способны? Ты же джедай. Что ты несешь? О-о-о! Так. Не оттуда прыгнул. Посмотрите. Так, ты чё? А чё, всё? Не надо его сюда? А что-что? Я же нажимаю Е, почему нет? Не едем, почему-то. Ё-моё. А, наверное, вот это на что-то поднять, нет? Куда её поставить надо? Боже, я иногда чувствую себя тут тупым каким-то, вообще я что-то не понимаю. Вот что значит не успею прочитать, что там они требовали от меня. Так, эту штуку надо поставить. Вот сюда? Бляха-мух, вот же. Да. Все, погнали. Ну чё? Гоу-гоу. Давай, Лобик. Примерим. Лобик побежит первым в этот раз. Твой гол мы тебя не бросим. А что? Что? Опа. Вау! Yes. Круто, я его могу поднимать. Перемещаемся. Сори, да, понимаю. Подстава получается. Ну вот. Еще раз. Опа. Е-е-е-е-е. Жмака. Чего же за мной не отнимается? Что за... От меня не убежишь. Я догоню тебя. А тут пошла потеха. These barriers are very dangerous. Use caution. Почему? Оу. Они даже не убивают. Оу. Then we shall manually open. Второй тоже. А чё, Лобик сами идёт? Лобик должен отставать. Бежали. Да ё-моё. Хотел обмануть игру. Нет, это синяя. Зачем ты ее стрелял? Бедные дельтоники. Да нет, зачем? Нет. Выше. Так, эту штуку как открыть? Да нет, зачем? Он красивый. Так. Ну что мне происходит? Yeah.
оттуда же выпало. Почему отсюда это нет, блядь? Что не так? Подсказочку, пожалуйста. Вот, тут даже пишется, где мини-набор находится. Здесь. Я не понимаю. Че она не выпадает? А, все, походу я тупак. Или нет? Может, ты изменился? О, конечно, я тупак. Жесть. Все, погнали, теперь будем бить мало. Оби-Ван, подними свой святой меч. Наш бой продолжается. Где он вообще? Эй, Оби, ты что там стоишь? Давай, погнали. Прикольно. О, а почему... Куйгон-то почему выбросился? А, прикол. Фига он смог выбежать оттуда. Иди сюда. Давай же. Ножом. Конечно, прекрасно. Ой. Оби-Ван не помогает. Он даже не стоит за этой штукой, но он все равно помогает. Воу. Интересно, у меня будут такие супер-удары потом, когда я что-нибудь наполнить. Так, все, пора убивать. Ну, в принципе, он убил Куайгона. Все, давай. Е-е-е-е-е-е-е. Там. Все. В смысле, его не... Почему? Что? Эй! What? То есть вот так? Не канон! Оби-Ван, promise. Обещай, обещай, что мальчик обучишь. Yes, master. Да, учитель. Очень трогательно. О боже. Да, именно так это было бы, если бы ему было его отрезали. Но это же еще не конец, еще будет миссия сейчас с полетами на кораблях, наверняка. Я не мог понять, что это за мужик. Все, я понял, это тот бородатый дядька. Одним из сенаторов на Буэлли, кем-то чуваком важным. Адва, надо что-то делать! Любить тебя, ты посвистывает. Почему он мог сесть на свой корабль? Это фильм. Они решили в каждый эпизод усунуть персонажа из сиквела. Слушай, воины Булгады, наши готовы вам носить ваш отклад. Зверюхи, конечно, крутые. Лего бы таких выпустили, было бы круто. Наша армия, наша великая армия. Генерал Джаджа. Генерал Джаджа, наша должна выступать в поле битвы. А, то есть еще и этот будет, нифига. Стоп, всего номера. Понятно. Я что, собрал истину, да? Ну, понятно, все, я ничего не делал. Все, был. Там был Дарт Мол с капюшоном, без капюшона. Что за... Все, гоу. Все уже,
Так, куда? Сюда. А зачем нам опять сюда? Видишь, место? Ну что, ты не говорите только, что это сайт-квесты какие-то. Weezer must hurry, Captain. Weezer going as quick as Weezer can. Weezer have noticed some of the Boomba's missing. Maybe they fell off the wagon. Can you, sir, help us понятно, find them? Понятно, короче, у них какие-то запчасти Weezer потерялись. Он держа, как всегда, на ковелюшку. Okay, Weezer can count on me, sir. All right. И чё? А вот, блин. Понятно, их надо собрать. Все ок. Thanks, thanks. Чё, где еще есть? Ну, вот чё. Опа. Я не любитель вот таких вот просто странных миссий. Ну, таких тягомотных. Мне вот... Вот миссия как завтра молом, я вообще... Такие вот за такие я прям топлю. Так. Че, они сами-то не видели, что у них тут воняется все или нет? Все, да. Че, всего 9 еще? А вот. Так. Так, все еще хоть осталось. Давай ты там не подсказывай. О, гаси. Ой-ой-ой. Все. Куда упали? Где, где? Куда упали? А, все? А, это мы сдвинули этого чувачка, понятно. Он все переживал. Так, а где последний? Ты, нам же еще 5 надо собрать. Мы же уже его убрали. Ты че? Мы его уже убрали. Так, чтобы убрать бабу, моя бы дала ему вкусную шуру. Если бы она у меня быть. Так мы же ему дали, вот. Вкусная шура. И шавура, шавуха. Опять к нему? Ничего. Я просто на карту сейчас смотрю. Так. Мне надо найти последний бум-бум. Только вот они почему-то не подсвечиваются на карте. Или я опять туплю. Скорее всего, я туплю. Офигеть, мы можем прямо вот так вот сквозь карту взять, пройти, походу, нет? А, дальше не бьет. Странно, жалко, конечно. Угу. Да мы убрали уже фамбу твою. Чё ж он так залагал-то? Мне нужны последние бум-бумы. Где они? Вот же они. Всё, кайф. Бомбу мы все вернули, бомбу. Да, все, молодец. Молодец. Погнали уже. Драться с дроидами. И лететь. На станцию сепаратистов. Time's for a well-earned rest and... Jaja! We shall have to get going! Battle awaits! Да, начать уровень, боже мой, такая долгая подготовка к уровню была. Так, с поля. Включай щит! Кстати, на заметку. Воины Бунгана выглядят вот так в игре. А Тарполз, да, по-моему, этого чувака зовут, выглядит вот с такой сирененькой формой. Я думал, что наоборот, короче, Лего. Типа Тарполз, это у нас вот обычные вот эти Бунганы. Который был как раз в перевозке дроида 2011 года. А воины Бунгана уже выглядят так вот сиреньким.
Ой-ой. Лягушонок. Погнали. Катапульты. Блин, прикольно. Фига себе. Прикольчик. Такс, такс, такс. Что? Что делать, что делать? Заряжаем. Да, да, торопись. Сесть. Что? Что? Фига, прикол. Бума. Гоу. Сесть, погнали. Нет, ну такому как Джаджа я бы не поручил заряжать катапульты, конечно. Там какие-то дроиды-летчики. О, машинки прошла защит. Порталс, ихняя прошла защит. Наша ихняя бить. Где ихняя-то? Мы же пришли за 4 дня. Удерживайте, чтобы прицелиться. Окей. Нажмите, чтобы прицелиться, нажмите, чтобы выстрелить. Не знаю. А у меня ограниченное количество бомбомов или нет? Побольшечки. Вот я же говорю, у меня лагает правая, потому что я не могу прицелиться в нем. Где мы ее? Где-то уже в него. Они атакуют моего друга. А что я стою, кстати, я думаю, что нельзя бить. Нам же быстрее подойдем, мы всех убьем. Вот так вот просто. Фига себе, Джаджа вообще найдет. Ну-ка, стреляй в них. Почему я не могу попасть в эту штуку? Глупые машинки. Знаешь, был бы я зажигаю, конечно. Это бы намного проще. Там все с ним справится. Нифига, мы его в крупку позавалили. Так, еще где машинки? Мне не нравятся вот эти вот разведчики. Разведчиков надо брать. Тот разведчик, он походу за щитом. А, я не могу выйти за щит. Я не могу выйти за щит. Понятно, ладно, а что я в него стрелял тогда? Бум-бумы! Защити бум-бума! Yes. Господи, это еще хуже, чем Джаджа. Катапульты сломайся. Ты сможешь соберись вместе и сделай большую катапульту. Так, где построить? Давай. Чпунгс. Строили первую. Ничего, какие-то сломались. Ладно, что, походу, сломалось, да? Так. Где? Тянем. Опа! Так, а чё, чё, чё? Давай строим. Это очумелый катапульт. Но я на то и не отдал. Да, не успеваю, не успею посчитать. Дроиды. Машинки. Слушайте, ну, прохождение одного эпизода по продолжительности чуть ли не как сам фильм. Это жестко, конечно. Хотя комплит саги было примерно так же. Ё-моё, подожди, что? Ю-бума. А, все, офигеть, нифига себе, что? Жесть. Атакую. Скорее сейчас бегут защиты. Ага, нам надо 10 танков уничтожить, 60 дроидов.
пока по танкам я мажу. Ну все, это танк. Давай, давай, стреляй в него. Давай, давай, давай еще. Все танки надо бомбить. Дроидов еще столько. Давай, так, еще в танк. Или еще танк. Давай, давай, погнали. Можно разрешать, в принципе, тупо танки, и тогда дроиды рядом тоже разрушатся. Да, так и... Все, последний. Да, что круто, офигеть. Нахуй, давай, сдавайся, давай, сдавайся. Че, еще? Все, сейчас Эйни вступит в игру. Просто отключит все машинки. Не сдаваться, генерал Джа-Джа. Моя что-нибудь придумай. Руки вверх. Моя даешь. Моя даешь. Сон. А2, лучше отключи автопилот. Что за второй стримхейк? Это типа вместо которого отдался? И вон они. Опа, полетели. Малда Гунган. У нас есть нуждание набрался, походу. Пропустить. Потом все буду проходить, все эти штуки. Нагонять, конечно, да. Это круче, чем гонки на карах. Слушайте, называют эти классные тоже. Так, чё, чё? Начать уровень, да, давай. Конечно. Ситкавера на шопе. Вернуться? Вагон велел мне сидеть в этой кабинете, я вот так и поступлю. Погнали. Зима браво, велел мне сидеть. Прикол. Рывок. Воу-воу. Так, так, так. А, все разрушаем. Все разрушаем. Сколько надо? 10 пяти, одна... А, еще дроид секретник. Слушайте, дроид секретник, как много раскраски, которые в леге не было набора. Это достаточно интересно выглядит. Это передачивает, это что? А где? О, боже, где мы в жизни? Не сижу. Ну, так, в принципе, для гейминг можно не следить за жизнью. Смотри, ты воскрешаешься. Бесконечно плюс 100 раз. Все, тогда, полетели. Ой-ой, подавился. Притормозили, разрушили, взорвали. Летели дальше, дальше, разрушили. Так, сколько? Я что-то не так сделал. Меня убили? А, меня убили, конечно. Я не специально. Потому что я закрыл, держал, был проще. Держал, и фигаришь. Так, 8. Да. Да, сейчас, подожди ты. Надо схватки не на жизнь и насмерть. Не разворачиваться. Летим. Разрушили. Воу, торпеды. Капец. Торпеды. О, вот. Еще снизу, оказывается, есть. Я думаю, где последний. Все. Так, еще антенна где? Еще одна антенна. Нужно еще одна антенна, я не вижу, где она. Прям вниз. Капец, мы будто бы реально в космосе. Просто летаем вокруг. Это как Battlefront какой-то даже, я не знаю. Оу, щит. Вот, вот же антенна. Нет? А, все, да. Все, остались только дроиды субъектики. Крутануться, а это я. Так, где дроиды стрелять вообще? Фиг найдешь. Да, полеты на истребителях, конечно. У меня в Батлфронте были слабенькие места. Здесь пока... Ой, что-то нас закружило. Что-то надо кружило.
Что-то где там? I'd like to see some Bulba do this. Опа. Все, протонные бомбы. Торпеды. И ливрис. Все. Нужно попасть внутрь и победить ее оттуда. Let's go. Так. Разворачиваемся. Так, покажите мне просто куда лететь. Дальше я все делаю. Все, гоним внутрь. Летим. Летим. Он что, припаркуется? Подожди, мы будем из него уходить. А, нет, все, опа. Ну что, это все реакторы. Еще и MTT. MTT, кстати, такие же, как, по-моему, последняя версия 2015 что ли, года. Она, кстати, не очень хороший был выпуск. Потому что она дырявая была. Так, что, сверху еще? Разрушаемся. Да, погнали. Все, разрушаем. Все, теперь реакторы. Погнали. Все, кайф. Это круче, чем у меня карта. Эй, смотри, это же кто-то из наших. Я думаю, это финиш. Ну, может, там еще сейчас попрыгать дадут, что типа, все, вы победили там. Возрадуйтесь, вся фигня. Гляди. Они поломатые. Поломатые. Это, скорее всего, по Дэмерон. Вся команда сиквел в видео больше. Ну все, праздновали. Я думаю, что на этом мы сейчас подойдем к концу, ребята. Всем спасибо за участие. Пишите в комментариях, как вообще улучшить это все дело. Съемку летсплеев. Я все прочитаю, прислушаюсь, отточим, и следующий выпуск будет пободрее. Хотя я считаю, что получилось крайне плохо. Но всегда волнительно что-то делать первый раз. Не то чтобы я сильно волнуюсь, но боже мой, душечка. Все, конец. Скрытая угроза, эпизод завершен. Жестко. Да, не завидую я вам. Посмотрели целый час меня. Так что всем спасибо, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем удачи, всем спасибо, и сейчас еще посмотрим, что у нас тут. Все. Поздравляем, вы прошли первый эпизод. Видите первый эпизод заново, чтобы перейти уровень в режиме свободной игры. Играйте на любом доступном, ну понятно все. Прикольно, мы прошли причем на 50% этот уровень. Кайф. И там еще, походу, общий прогресс. Ой, мы разблокировали второй эпизод. Все круто. Увидимся в следующем выпуске по прохождении второго эпизода. Всем пока.